Короче, Алонсо выиграл. Вот. Вообще, я в Формуле 1, у меня так получилось, то что я болею и за Феррари, и за Макларен. Хотя это две противоположности. Вот. А. Супер. Алонсо, который заставил играть в честь Скудерии Феррари в 217-й раз итальянский гимн из рук. Почетного премьер-министра Малайзии. Какая должность здесь, в честь былых заслуг, в честь заслуг популяризации, в том числе и Формулы 1, автодрома, получает приз. Стефано Доминикали сам вышел на этот раз на высшую ступень. Где стало не так часто победы, в том году была только одна, единственная. Затем на джипке Мразак и Чека Переса награждается вторым местом. Перес молодец, конечно. А Хэмилтон третий. Может быть, вернется в Мексику гран-при через несколько лет. Это нормально. Что чуть ли не в следующем будет гран-при в Аргентине. Латинская Америка вновь возвращает себе потерянные было позиции. Ну, конец в Льюис Хэмилтон. Очень серьезный рывок в чемпионате. Два подиума из двух и два третьих места. Опережает сегодня скорее поражение. Сейчас он улыбается вместе с шампанским, но мы видели на выходе из машины второй раз подряд за неделю. Насколько он рад в субботу, настолько пока гонки не очень получаются. Еще ладно бы проиграть Феррари, но проиграть Зауберу что-то очень серьезно и по делу. Когда в какой-то момент Чеко был вторым, в самом начале, мы помним, мы смотрели скорее список тех, кто позади него, и как быстро к нему подъедут и проедут, но ничего подобного, он продолжал отрываться. Больше того, он догонял Фернандо Алонсо, причем догонял трижды Феррари. В общем, короче, круто.